обычное воскресенье. Делать было нечего, по телевизору крутили чей-то клип, и я решил написать свой хит. Короче говоря, я решил стать музыкантом. Я загуглил, что для этого надо. Во-первых, мне нужен был музыкальный инструмент, и я пошел его искать. Я искал в шкафу, на кровати, под кроватью. Нашел носок, он был один и левый. Сделал вид, что ничего не нашел. Я искал на балконе, в холодильнике. Нашел конфету, обрадовался и забыл, что искал. Закрыл дверцу холодильника, а за ней стоял папа и сурово на меня смотрел. Папа сказал, что конфету только к чаю или кофе. Я подумал о чае и кофе. И вспомнил Чайковского. Чайковский был музыкантом. Я вспомнил, что искал. Я спросил: пап, где я могу найти инструменты? Папа сказал, что все инструменты в кладовке. И я пошел искать. Я нашел молоток, перфоратор, дозатор, навигатор, экскаватор, экватор. Экватор? Нашел самокат, самопрыг, самоскок и самосвал. В общем, я подумал, что путь музыканта очень скользкий и непредсказуемый. И тут я увидел ее новенькая шестиструнная гитара. Я схватил ее и побежал в свою комнату писать песни. Я зашел на кухню и предупредил папу мне не мешать. Папа сказал, что он мешать не будет и что он мешает суп. Я уловил вкусный запах с фасолью. Живот заурчал, но я решил, что настоящий музыкант должен быть голодным. Я попытался взять ноту фа, ноту соль, фа, соль. Желудок услышал слово фасоль и снова запел. Фасоль. Чтобы отвлечь желудок, я начал играть громче. На шум зашел папа и сказал, что от такой музыки у него вянут уши. Я посмотрел на папу, его уши завяли. Я попросил его не вешать мне лапшу на уши и сказал, что, видимо, ему медведь на ухо наступил. Дамы и господа, смертельный номер. Впервые на арене медведь наступает на ухо человеку. Поприветствуем! Папа предложил показать, как он играет на гитаре. Он играл как бог. Сон купца, словно старая мельница. Я снова сел петь песню. Но желудок пел громче меня. Тогда я встал петь песню, лег петь песню. Но желудок пел еще громче. Папа зашел и позвал ужинать. Я уплетал суп так, что за ушами трещало. Папа спросил, как у меня успехи по музыке. Ну как у тебя вообще там успехи по музыке? Я сказал, что у меня никак не получается взять фа-соль. Папа достал фасоль из супа. Но я сказал, что у меня получается взять фасоль не из супа, а на гитаре. Папа осмотрел гитару и сказал, что никакой фасоли на гитаре не видит. Я сказал ему, что это ноты. Папа сказал, что он все понял. И отвел меня в музыкальную школу. Короче говоря, я решил стать музыкантом.